Так, ну вот, ребят, смотрите, сколько у меня денег, вы сами видите все, 92 тысячи, это потому, что у меня было 46, и еще 46 я заработал. Теперь мы здесь можем сильно не спешить, нет, мы можем сильно спешить, ребят, подожди. Откуда тут столько девочек, школьниц, ой, кошмар, всех переехал. Так, да еще и ментовка за мной гонится. Нам надо сохранить машину. Сохранить машину, друзья мои. Сейчас поедем, может быть, даже в отчий дом нашего Сиджи. Посмотрим, где, в общем, есть большой гараж. А отчий дом-то отсюда и недалеко, кстати сказать. Он отсюда совсем недалеко. Я даже, в принципе, могу карту не включать. В принципе, можно и так доехать, я думаю. Так, вот похоже на окрестности дома Сиджи, но это еще не они. Так. Я думаю, вот сюда. Да-да-да, вон там у нас виднеется наш небоскреб. Он немножко левее, так и должен быть. Да, все. Все, мы подъезжаем, ребят. Сейчас я сохраню там машину. И потом мы с вами отправимся в аэропорт. Где возьмем самолет и улетим в Лас-Вегас. Вот и все. С деньгами, с капиталом, с почетом. С женщиной, потому что Денис, мы два раза с ней погуляли, все не три. Мы ее хорошо выгулили, так что ей грех жаловаться. Так, это ставим, мы еще сюда приедем подзаработать. Отлично, так, сейчас немножко подпихнем туда, да, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, туда. Так, хорошо, все. Все. Привет, детка. Ну что, побоксируем, побоксируем? Давай, 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 выскочим. Меня Мэнга звать. Так, ну хорошо, так. Да, да, это был Эдвард Билл. Я же думаю, уже можно об этом не говорить.